В рамках реализации второго этапа проекта «Школа» одинцовские депутаты вместе с представителями родительского сообщества провели масштабную работу по проверке готовности школ и детских садов к новому учебному году. Одним из объектов стала средняя школа номер 1 в Голицыно, где закончился плановый ремонт. В частности, обновлена входная группа, устранена течь кровли. В плане на 2022 год завершение фасадных работ партийцы держат их на контроле.